утро. Сегодня день. Утро после урагана. Вокруг нашего дома повалены все деревья. Причем с корнем и с травой вместе. Вот как-то так. Вот раз, два. Три, четыре, пять. Это вот я упала, но видите, прям у меня на балконе. Шесть. Доброе утро всем. Мы живы. Но надо обойти все хозяйство. Вот валяется. Так, бассейн из берегов не вышел, слава богу. Это я вам вчера окна залепляла, они все оторвались. Красоты. С этой стороны груди деревья стоят. Надо только за домом там посмотреть. Тут лесный ночь, но очень сильный был ветер. Я думала, крышу снесет. Слава богу, все в порядке. Так, пойду на фронтон. Лавочку-то на качельку сняла, и в итоге бы улетела. Там наши соседи пожелают, надо посмотреть. Ветер, конечно, стих, ночью это было что-то просто невозможно. Я думала, все, нас несет, унесет. Ну тепло, очень тепло. Ну мы победители, по-моему, по деревьям-то. Упавшим. Полиция подъехала. Наверное, деревья считают. Нормально. Все на нашем доме.
Вот, все завалено деревьями. Тут вообще весь асфальт там все вырвало. Ой, надеюсь, слышишь, будет нормально. Может быть, забор пострадал. Нормально так все у меня завалено. Вот это дерево тоже классно свалено. Траву жалко. Вот асфальт не жалко, траву не жалко. Вот, прям вот эти ковер. Раз, и все. Откуда-то у нас улетело. Йоколо Мане, забор у нас сломался. Прекрасно. Чудесненько. Блин, забор сломался. Это будто слетело с нашей фигни. Ну, я не знаю. Не, ну нормально так. Вообще-то забор. Ну да, что, конечно, красиво. Слава богу, на обход, при первом обходе, я не заметила никаких трещин, сломанной крыши. Ну, как-то вот, ну, вот так вот, вот пронесло нас. Здорово, да? Даже парк обходит. Эти обломки. А где сюда вообще пришла-то? Не помню. Так, да, кажется, через вот это дерево, да? Я не знаю. Завалены там деревья какие-то. Ну, дождя сильного, кстати, не было. Не знаю, почему. Ну, видите, улицы сухие. Даже вчера вечером и то было больше воды. У меня собака бегает. Что, Джипси, сделала обход? Все проверила? Все проверила? А, Чипси, все нормально? Вот так вот мы теперь. А, сейчас быстренько приедут они быстро. За полчаса все уберут. Говорила, эти деревья надо спиливать.